нам поступил новый аппарат «Автофрактометр». Он необходим для подбора очков. Он определяет рефракцию. Раньше мы определяли рефракцию вот этими стереоскопическими линейками. А теперь у нас есть такой замечательный аппарат «Автофрактометр». Мы детям более четко подбираем очки. Ребеночек смотрит сюда в дырочку, там домик. Мы ему говорим: смотри в домик, там из домика кто-то выглядывает. Он внимательно смотрит, как будто мультик. И нам лучше подобрать очки, лучше рефракцию провести.